Друзья, всем привет, с вами Светлый. И сегодня мы продолжаем игрушку Best Battle Simulator. Игрушку, где, собственно, смешалось все, что могло смешаться. Люди, кони, пони и так далее. В общем, давайте продолжать смотреть увлекательную, наверное, кампанию. Итак, мы остановились вот на чем-то таком. Что это? Это львы. Это львы, а сзади хрен пойми что. Ну что ж, давайте посмотрим, как это будет. Шестой раунд, господа, шестой раунд. Шестой раунд. Что ж ты вьешься? Что ж ты вьешься надо мной? Музон прикольный, мне нравится. Такой завораживающий. Ох ты ж, матушки, ёбушки-воробушки, говорится. А, смотрите. А чё у нас здесь? У нас здесь какие-то гиены. А далее идет 3, 6, 9, 9. 9 львов. 9 же, да? Да, 9 львов. И какие-то гребаные крокодилы. Какие-то крокодилы здесь у нас. А чё они такие? А у нас полтора. А чё так мало? 1500. Блин, ну это не серьезно, ребят. А чё у нас есть? У нас есть животные. И у нас есть вооружение. Мы можем поставить вооружение отдельно? А мы нихера не можем. Это только на зверей. Лазера. А кого возьмем-то? Кого возьмем? Свиньи у нас уже были. Давай да не будем брать свиней. Зебры тоже были. Кого брать? Кого брать? Брать кого? Это кто? О! Давайте этих. Это кто? Это гиппопотама. Раз гиппопотама. Два гиппопотама. Три гиппопотама. Четыре гиппопотама. И сюда еще одного гиппопотама. Нет. Мы их сейчас просто вооружим. А что мы им дадим? Я думаю, пулемет им нужен. Да? Раз пулемет. Два пулемет. Ну, это не серьезно. А давайте попробуем. Ради интереса. Поехали. Итак. Гиппопотамы с пулеметами против толпы беззащитных зверят. Поехали. Гиппопотамы в бой. Ох ты ж, матушки мои, что происходит? Положили гиппопотаму. А почему ты лежишь? А ты почему лежишь? А чё, всё, да? А, друзья, скажу честно, нас немножечко нагнули. Ну как немножечко, нас конкретно нагнули. Ну что ж, ладно. Кто ещё? Носорог. Блин, они все большие, мне кажется, они очень дорогие будут. Надо кого-то... Ой, слон. А давайте двух слонов. Ради интереса. Да нахрен, слонов у нас нет, директор слонов. Слоны, это удовольствие максимально... О, я знаю, горилла, буфало. Бычков возьмём. Раз бычок, два бычок. Мы сейчас их просто на рога посадим и все. Четыре бычка. И вооружаем бычков, я не знаю чем. Вот этой хренью. Это огнемет вроде бы, да? Да, это огнеметы. Вот так, вот так. И вот так. Ну что ты, давай. Есть что-нибудь еще у нас? По 200. По 200 можем купить еще два. Давайте еще вот эту хрень. Ну давай, одевай ты ее. Он не одевает, ребята, он не одевает ее. Все пропало, шеф, все пропало. Что делать, что одевать? А это лазер. Лазер должен одеться. Вот лазер раз и лазер два. Все, поехали. Давай, в бой, ребята. На рога насаживай их на рога. Вот, отлично. Да это просто какой-то дурдом, ребята. Че, а как пройти-то, как пройти? А, ладно. Не сдаемся, идем вперед, будем читерить. Я помню, в прошлый раз у нас были офигительные гориллы, вот такие. Ну, давайте мы их возьмем сейчас на 500. А может быть даже не на 500. Давайте просто горилл на все деньги. Ради интереса. Они, я помню, мощные. Помните, они там махали руками, ногами, руками махали. И просто всех побеждали. Они просто всех выносили. Раз горилла, два горилла, три горилла. Отряд горилла, капулька вперед, в бой. Вот так, построились. Стоящие, доблестные. Бойцы обезьяньего фронта. Наступают. Да не, ну смотри, в принципе их много, они прекрасно, они красивые. В бой! Давай. А почему? Вот это я понимаю. Просто гориллы топ. Гориллы топят, гориллы рвут. Разрывай. Ну, не, ну гориллы это просто читерство. На самом деле. Я просто в прошлый раз их еще видел, они прекрасны. Покажите этих героев, покажите их лица. Вот они, вот оно лицо героя. Лицо победы. Че ж ты такое кривое лицо-то, а? Вот они, наши пацаны. Горилл не бросаем, ребята, горилл не бросаем. Едем дальше.
Как-то жарко в квартире, скажу я вам, но это не повод. Так, уровень 7. Туплин Крейт Towers. Bullet time time to break in the crates, дней минуты. Что-то, короче, на время. Здесь что-то будет на время. Возможно, нужно эту башню как-то развалить, но я не знаю. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Как башню мы тут разнесем. Так, и чё? У нас 350 рублев. Рупий. А чё мы можем на это купить? А, ни хрена, у нас есть только один стегозубр. А, ну давайте возьмем стегозубра. Просто посмотрим, что будет. О, давай, стегозубр, вперед. Чё-то как-то... А, 56. 54. 53. А, ну смотри, это вообще наедешь легко. Это просто... А в чем прикол-то был? Это же легко. Мне нужно все ящики разбомбить. Смотри, если все ящики бомбить, нужно кого-то маленького убрать, чтобы они, короче, это... Не, ну это так не получится. Потому что видишь, он что-то затопливает и долго это делает. А давайте возьмем кого-то маленького, потому что эта хрень не справляется. Ну давай, 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 давай. Вот, роняй, красавчик. Это ж легко, или нет? Не, надо этих. Помните, были маленькие-маленькие динозавры, типа рапторов, только мелче. Как они, галимунгуги, короче, какие-то. Вот надо их. Давайте, смотри. Сейчас со второго раза все пройдем. Берем вот этих по 20. Компи, камри. Камри, короче. Вот этих берем на все деньги, они маленькие, они сейчас все развалят. Вот так красиво, что было. Вот так красиво и вот так. И эта толпа маленьких зеленых ребят сейчас просто всех... Все, да? Бегите! Ну бегом бегите! Вы медленно бежите. Бегите бегом. Вот, бегом побежали. Во, красавчики. А что, их там завалил всех нахрен? Вот, ящики поп... Не, слушай, смотри. Они ведь в натуре полезней. Вот видите, маленькие, они бесполезны. Я вот тоже маленький. Но они бесполезные. Это вот рабочий метод, не рабочая хрень. Мы маленькие все такие, полезные. Но в нас никто не верит. Все, ребят, мы победили. Я же говорю, со второго раза пройдем. Пройдем со второго раза. Что-то сегодня быстро все получается. Даже как-то неинтересно. А, третий. Третий. Так, третий. О, а вот эти маленькие гады. Lizard Swarm WS. Что? Окей. Смотрим, смотрим, что будет дальше. Давайте зелень, сейчас мы их порвем. А что здесь их же мало? А всего-то, господи, что тут? 3, 5, 15, 15 зверят. Ну сейчас динозаверят. О, смотри, что новое появилось. О, лазарь. А, это... Подожди, дай посмотреть. Ахри... О, слушай, прикольно. Надо будет попробовать. А это что? Вау, вот давайте эту штуку поставим. Вот эту штуку поставим. А вот этого, короче, раптора поставим для отвлечения внимания. Вот так просто будет нормуль. И главный раптор сюда. И... Да хватит, поехали. Сейчас мы их совалим. Смотри, просто, вот это я понимаю. А не, им хана. Бля, смотри, пулемет по ним не бьет. Не бьет по ним пулемет, они маленькие слишком. А как они могут такие большие, таких рапторов завалить? А знаешь, что надо было брать? Надо было брать огнемет. Потому что видишь, пулемет стреляет выше. Блин, этого я не учел. Надо брать огнемет. Окей, давайте еще раз. Но этих я, наверное, оставлю. Как они называются-то? Где огнемет? Вот это вот? Да, вот это огнемет. Вот мы его сейчас сюда поставим, на край. Ага. А сюда может кто-нибудь еще поставить? Кто у нас еще есть? Это кто? О! Гиппопотамусы! Двух! Трех! Все! Все просто! Смотри, мы их просто спалили! А что, все что ли? Все! А где там один остался? Вон они бегают! Не, ну огнемет, конечно, просто выручает. Зажигалка хорошая. Ну какая жесть! Они так жалко малышей. Маленькие ребятки, а. Все, все. Он прожаривает, прожариваются, а смотри-ка. Хороший жареный динозавр.
А что случилось-то по этим? Мы же выиграли. Вы что, кого-то не добили? И где он бегает? Давайте искать. Давайте искать. Ты куда сныкался, тварь? Ты где, сволочь? Ты древнеисторическая. Ты куда уделся? А что такое-то? Почему так? Так он сбежал, он трус. Он предатель Родины. Юрского периода. Где он? Блин. Грустно. Это грустно. И что делать? А это он, нет? Вот он, недобиток. А, смотри, короче, его переглючило. Блин, придется скинуться. Ну, в смысле, как скинуться? Давайте еще раз попробуем этими же ребятами. Это эффективно. Давайте, бегемоте, бегом, бегемотье. Вперед, вперед. Не надо своих-то жарить. Во-во-во-во. Главное, чтобы все это было не по скину, чтобы они, короче, еще раз так не заглючили. Ох, смотри-ка, все пошло не по плану. Охренеть. Блин, а как так-то, а? Ну было же все хорошо. Ну хорошо же все было у меня. Почему сейчас-то у меня все плохо? А ведь было все хорошо, а стало все плохо. Какого хера-то? Скоты маленькие, а? Блин, я не знаю. А что, ничего проверить? Что-то еще есть. А давайте лазерганы проверим. А, это бомбомет, наверное, да? Ну, я думаю, беспонтово будет. Это что, это пулемет? Вот эту штучку еще посмотреть. Нет, ну беспонтово ставить две, они их быстренько развалят. О, давайте волчат поставим. Волки! А наши ребята, наши волчата. Так, вот сюда идем. Будем видеть, знаешь, как мы сделаем? Мы будем их просто с двух флангов обходить. То есть волк здесь... Волк здесь. Волк. Волк. Все, что ли? А, нет, волк здесь. И здесь. И вот здесь. И вот здесь. Все. Стая почти готова. А много их получилось, кстати говоря, волков-то этих. На удивление. Ну и все, поехали. Вот сейчас я чувствую, точно победим. Точно победим этих древнегреческих. А почему древнегреческих-то этих? Как их назвать правильно? Да исторических животных. Ну и... А слушай, опять же беспонтово, смотри. Хотя, слушай, если здесь волков больше, да? Я думаю, они всех и так сожрут. А может и нет. Да блин, что, почему нас валят-то сегодня, а? Какого такого динозавра нас все тут называют? Значит, возьмем какого-нибудь большого. Ну я понял, да. Что-то вот так хорошо, говорю, быстро сегодня идем, все у нас быстро получается. В итоге у нас все перестало быстро получаться. Это печально, это печально, печально это. Так, что это такое у меня творится? Окей, окей, а здесь кто у нас есть? А давайте ради интереса посмотрим, что будет. Давай, иди в бой, один. Нравится? Нет, интересно. Но... Что-то как не очень получается. Хотя он один, его хрен свалишь, наверное. Он просто их потоптает сейчас и все. Нет, он их не потоптает. Вот было бы их двое, это было бы другое дело. А что за дичь-то сегодня, а? Что делать? Как быть? А, вот так надо сделать. Так, жирафы. Ну я в жирафов не верю особо. А если мы сделаем вот так и вот так, а потом еще вот так. О, кстати, это идея. Жирафы с огнеметами сойдет? Сойдет, смотри. Сейчас вот так вот, потом вот так вот. И вот так вот. Все. Тяжело вооруженные жирафы идут в бой. Так надо было сразу делать. Просто видно, это бойцы. Хреновые бойцы на самом-то деле. Потому что эти высокие. Надо брать маленьких бойцов, и они... Все, я понял, что сделать. Я допер. Смотри, сейчас берем маленьких ребят, каких-нибудь там, не знаю, волчат, тигрят, крысят. Собак, там собаки были маленькие. Все, сейчас будет жара, доки. Смотри, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все, хватит.
И берем огнеметы. Сюда. Вот сюда. Вот сюда. И вот сюда. Ничего мы не делаем. Все. Гарри завалит их. План говно. Скажу я вам, план получился говно. А что делать-то, а? Не, надо на волков делать все-таки. Они были самые такие, самые дееспособные из всего, что было. А кто еще-то есть? Может, птичек? Нет, птички не вариант. Они же будут падать. Медведь. А сколько медведь стоит? Мы брали медведя до этого белого? Вроде не брали. Black Bear 60. Black Bear. Он большой, вообще, только поменьше. А то, что... Что это? Вот этих, давай, давайте ген посмотрим. 200, 400, 600, 800. Окей. Наверное, сейчас так сделаем, все будет нормально. Раз, два, три, четыре. Смотри. Давай в бой! Хера себе! Не, я пока не знаю, что сделать. У меня, конечно, есть план, но он не сработает, наверное. Да. Они нас сажали в очередной раз. Да, давайте попробуем, знаете, все-таки сделать волков, большую-большую стаю на все деньги. И просто, знаете, толпу на толпу. И посмотрим, что с этого получится. Я думаю, что мы должны как-то пройти этот режим. Но это не дело, ребята, это не дело. Не люблю такие, знаешь, когда вот не пройти и ничего не сделать. Мне грустно. Мне грустно. Так, где? Слушайте, кого-то я тут видел хороших. Ну ладно, возьмем волков. Волков на все. Так, первый ряд волков здесь. Второй ряд волков идет здесь. Отлично. Здесь они пойдут тоже. Мы сейчас просто будем кольцо их брать. И просто как вот настоящая стая настоящих хитрых хищников. Просто будем их рвать зубами, лапами, копытами. Всем, что у нас имеется на вооружении, да? А что у нас имеется? Ни хера у нас не имеется, кроме зубов, хвостов и лап. Вот, вот они. Смотри, какая орда получается. Это не волки, это звери. Это стоящие эти. Кто у нас волки? Санитары больниц, лес, лесов. Санитары лесов. Вот, еще санитар леса. И еще. А почему, кстати, не санитар лес называют? Ну что, много? Много. Но они явно сильнее, чем динозавры. Бой. Стая на стаю. И школа на школу, дворы на дворы. Сюда и сюда шли вперед. Полканы. Смотри, да мы выиграли, походу, да? А не, вроде выиграли. Я пока не думаю, что происходит. Но если жить сверху, то нас больше. Да, смотри-ка, волки выигрывают. Или нет, или да. Не, волки проигрывают. А как так-то, почему? Что можно сделать-то, ребятки? Ну, либо волки с огнеметами, я не знаю. Давайте пробуем так. Потому что я все, я уже в растерянности. Я не знаю, как это проходить. Так, волк раз, волк два, волк три. А почему такие дорогие-то? Это точно волки? Они же дешевле были. А, у меня 1000 было. Ну да. Не, надо что-то еще придумать. Это кто? Свинья. Давайте свиней возьмем. Не, надо что-то с этой херней делать. Мне кажется, оно полезное будет. Нет, это не работает. А что сделать? Это мы пробовали. Это не работает. Ну, блядь, тут самые понтовые это огнеметы. Вот серьезно, а? Вот так. Вот такой вот хитрый стратегический ход. Все получится, я в это верю. Да нихера я в это не верю. Ну. Слушай, пока хорошо. Но тут хреново другое, что мы ушли далеко. Блин, если бы мы были в одном месте, у нас бы все получилось. Мы чуть-чуть, хотя... А подожди, мы победили, ребята, мы победили.
Ну кто мастер? Ну кто? Кто профессионал? Я профессионал. Кто сомневался? Почти что с первой попытки я победил. И победил. И едем дальше. Кстати, ну это было сложно. Итак, девятый бой называется Камикадзе, что переводится... Слушай, это опасно, смотри. Тут... Офигеть, смотри, тут эти... Камикадзе антилопы и камикадзе... Камикадзе гиппопотамы. Это черт какой-то... Какая-то хрень. Опасно, опасно, опасно. Опасные звери опасно себя ведут. Слушай, что я предлагаю? Я предлагаю их расстрелять, не подпуская их вообще в принципе. Так. Здесь у нас тут быки, получается, да? А где эти заминированные все? Или это мы заминированные? Не понял. Сейчас посмотрим, давайте. А может быть, мы заминированные будем? Ну, вон 300 стоит, мало. Ну-ка, посмотреть. А, да, а слушай, давайте сделаем огромное количество заминированных такс. Давайте. Надо их правильно расставить. Смотри. Вот здесь первый отряд. Здесь будет второй отряд. Ну, чтобы они, короче, это... Вот, здесь вторые заминированные таксы. И будет еще третий отряд где-нибудь отсюда идти. Вот отсюда, издалека. Такими маленькими отрядами мы будем, короче, сейчас... Да-да-да, ну сейчас получится, я прикинул, как можно сделать, я умный. Они просто, видишь, будут заходить с одних сторон. И потом потихонечку подрывать тех, кто не подорвался на основной массе. То есть вот примерно так. То есть еще здесь будут парочка, и здесь парочка, и здесь один одинокий такс. Бедные таксы, а мне их так жалко. Бедные заминированные таксы. Ну и что получится? Блин, интересно, мне нравится. Мне просто как... Ох ты ж маковка моя! Ну пока это работает вроде. Блин, мы быков не учли что ли? Кто победил-то? А чё, мы проиграли, что ли? Блин. А почему так? Что могло пойти? Ладно, давайте зёбр. Заминированные зёбры. Возможно, будет лучше. Вот здесь 3. 6, точнее. И здесь тоже будет 3. И здесь тоже будет 3. И погнали! Ой, зебры, ой, мои хорошие! Ну вот, я все пропустил. Придурок. Ты почему? Ты какая-то неправильная зебра-камикадзе. У тебя что, заряд нерабочий? А? Зебра. Зебра-камикадзе. Ну ладно. Поехали дальше. Поехали дальше. Слушай, ну вообще игра на самом деле радует вот этой вот своей... А почему у меня уровень открылся? Своей необычностью. Warzone. Хилл. Warzone. Ну давай, давай. Что будет? Что будет? Ага, смотри-ка, здесь нас встречают турели. Это у нас лазеры вроде бы, это пулеметы, а это огнеметы. Бункер Хилл. Ну, понятно, нужно прорваться. Вот это, конечно, тяжело. Это прям... А, ну да, я начинаю без воинов. Я же гений, все же знают. А как это сделать-то? Слушай, мне кажется, надо сделать энное количество вот этих сволочей маленьких. Вот смотри, мы вот так прорвемся. У нас один отряд будет прорываться здесь. По-любому. Потому что иглы не работают, это шикарные динозавры. Ну, далее. Далее мы отправим отряд. Ну, Терекса можно пустить после них. Попробовать. Ну, вот здесь мы запустим еще один, наверное, отряд. Какой-нибудь мелочевки. Типа вот этих вот гиен. То, что я знаю, что думаю. Я думаю, что должны маленькие брать удар на себя, пока все большие будут подбираться. То есть такая, знаешь, тяжелая арта должна идти сзади. Тяжелая техника.
Хотя я думаю, что ни хера не получится, но давайте попробуем. Еще этих тоже сюда хочу. Вот сюда, их должно быть поболее. Потому что они, главное, если не прорвутся вблизь, то будет все хорошо. И они, кстати, могут реально прорваться. А что, больше-то нельзя? Или это лимит какой-то? Да, матч. Что? Почему? А почему нельзя? О, может быть, какое-то ограничение есть по этим. А почему нельзя? Что случилось? Наверное, какая-то по количеству есть какое-то ограничение. Ну окей. Лазер. Давайте мы эту штучку им дадим еще, да? И, возможно, еще им дадим. Как-то их вооружить. Я думаю, что все. Что я больше не думаю. Вот так. Поехали. Просто видать, что получится. Ну, это необычно, на самом деле. Смотри-ка, первая есть. Ну да, план удался, все получилось. Блин, извините, свет, у меня солнышко появилось. Ну, это было легко. Это было легко. Отлично, займи. А что, все что ли? А что по времени? Ну, блин, почти половина. Вроде как. Ну что ж, ребята, вот такая вот игра. Обещал проходить по 5 уровней за раз, поэтому по 5 уровней мы и проходим. Вот. Но игра мне нравится. Надеюсь, вам тоже понравится. Так что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь, поддержите комментарием, поддержите негативным комментарием, открыть любой критике. На этом пока все. Всем удачи, друзья. Всем пока. До новых встреч, которые будут буквально на днях.